Ко Дню Победы столичные власти сделали ветеранам войны неожиданный подарок. Чиновники выделили фронтовикам квартиры. Заветные квадратные метры достались и Абдурахману Сафарову. С героем встретились корреспонденты 7 канала. Абдурахман Сафаров на войну был призван в 42-м из Ташкента сразу же после окончания техникума. Первые боевые действия он застал под Смоленском, когда немцы начали наступать на Москву. До Москвы там составлял оборон, генерал стоит автоматом, все положит на оборон. Это самые трудные моменты, которые он пережил, рассказывает ветеран. Фашисты бросили все силы на то, чтобы в кратчайшие сроки завоевать Москву. Стояли до последнего на стороне советской армии. По словам Абдурахмана Сафарова, тогда была погода. Немцы оказались не готовы к сильным морозам. Они кожаные сапогом приехали, шинелем, басында такой, где это заморзит. Они даже не высовывали голову, гранатом бросил. Там приказ Сталин давал, не брать плен. Эта битва стала решающей. Немцы, как вспоминает Абдурахман Сафаров, начали отступать, а советская армия освобождать населенные пункты от фашистов. Победу ветеран встретил под Калугой и сразу после войны женился. Мы поехали в его дом, там где-то Тохай, пешком ходили. Я его мать... Сказал мне, давай другой раз проходить, мы еще подумаем туда-сюда. Я сказал, нет, другой раз не приедем, болду, хватит. Если ладно, скажи-то, не ладно, мы не приедем сюда. Сейчас у Абдурахмана Сафарова полноценная семья. Дети, внуки, с которыми он регулярно ходит к мемориалу защитников Отечества и вспоминает погибших во время войны товарищей. Бахтияр Даркеев, Жалгас Айлбеков, 7 канал.